сегодняшний день в штабе студенческих отрядов ОГУ работают 7 направлений по всей России. А в этом году у нас появилось 2 новых направления. Это «Черная жемчужина», «Путинный отряд» и «Экологический отряд Форест». А «Черная жемчужина» как раз прославилась на нашу Оренбургскую область, потому что она работала в Камчатке. Ну, как нам в этом году 7 лет, мы не останавливаемся и продолжаем расти. Я поздравляю вас с вашим праздником, почти с юбилеем. Надеюсь, что через 3 года мы здесь еще в большем составе встретимся и прям в ДК уйдем отсюда, места не хватит. РСО – это не только работа на лето, это множество мероприятий различного уровня. Здесь всегда весело, всегда свежо, всегда хочется сюда вернуться снова. Я в РСО уже 4 года, и я не собираюсь останавливаться.